Ольга Писанникова. Халцедон. Интересный перелив. Халцедон такой с яблоками красивыми. Деревьев много повалено. Какие-то гниют, пали. Какие-то ветром какой-нибудь ураган пройдет, завалит. Особенно обидно, когда дорогу заваливает. Вон тоже перелив. Такой вот интересный, с такой курочкой халцедоновой. Тут вот практически везде халцедон. Есть вот такой кварц шестоватый. В рубашке. Даже миски старые, алюминиевые, это ж каких годов-то. Ну, это шалаш. Кто-то его уже нарушил. Года два назад он еще стоял. Вот такие халцедончики, весьма интересные. Вот каменюшка лежит, красава. Есть тут. О, какой халцедонище. Это так вообще красава. Нет. Килограмм 100, наверное. Вот тоже намешано сколько. Срез, конечно, сделать, отполировать интересно будет.
тут выберешься. Вот кварц. А здесь вот желудка кристаллов кварца. Здесь, кстати, тоже. Если ее вот так вот разрезать, интересный рисунок получится. Вот с какими яблочками. Халцедон. Нет, тут завален шурф, конечно, с метр воды, наверное, там. Вот вау. Если в отваре интересные камни находятся, так можно представить, что было в самой жиле. В Свердловском горном университете, вот там, многокилограммовая дроза отсюда, с такими яблоками, красивая, красивый кварц, халцедоновый тут образец. Вот кристаллы. Видно, что есть. Вот это окатыш. Ну, если такое есть, значит и нормальные кристаллы должны быть. О, солнышко выглянуло. Это всегда красиво. Вот халцедоновая курочка. Костяника поспела. У нас тоже канавка, ямка разведочная. Да все кругом изрыто. Старая-старая. Даже отвалов не видно, что хоть здесь копали-то.
гнеет. Вот в нем бы здоровая кварцевая жила-то и проходит. Тоже поддернули посмотреть. То же самое. Копь студенческая. Кварц. Ой. Где-то здесь я каменюку не мог. А, вот она. Вот дерево, смотри, вросло. Вернее, корнями. Ага. Вот они есть такие яблоки, а есть большие, красивые. Вот как попадешь на них. Интересная штука. Ой. Это надо. Чтоб образец заснять, Саша, выпиливать надо. Выпиливать? Ага. Сколько груздей, пап, вообще умотаться? Ну так что, наберем потом? Работаем, ага. Смотри. А, у меня есть эта фотка. В книге. Да. У меня в книге она есть. Это в книге.